давай два раза и все. Заново? Отсюда. Не надо заново, не надо. Вот отсюда. Тогда я понял, или как? Или ты это... Отряд быстрого реагирования. Где-то тут. Так, угу. Тогда я понял, что Красный Крест стал частью моей жизни, как и само волонтерство, которое началось с отряда быстрого реагирования и обучения населению навыкам оказания первой помощи. И волонтерство в Красном Кресте – это образ жизни, который помогает понимать. Волонтерство в Красном Кресте – это образ жизни. Сказать, как ты только что сказал. Волонтерство в Красном Кресте – это образ жизни, который помогает понимать нужды других. Ла-ла-ла-ла-ла. Давай еще раз, с душой. Волонтерство в Красном Кресте – это образ жизни, который помогает понимать других людей, развивать собственные навыки, помогать нуждающимся и становиться лучше. А последнее? Я волонтер Красного Креста, этим горжусь. Ты меня спрашиваешь, гордишься ты или нет? Ну, это вот это последнее. Может, как-то увереннее? Андрій Сулейман, волонтер товариства Червоного Хреста України, мешкав у Сирії. Коли почався конфлікт, переїхав з батьками до Луганської області. Коли збройний конфлікт стався вже в Україні, став волонтером товариства. І хотіла запросити його до слова під ваші шалені оплески. Людина, яка з війни приїжджає до нової війни. Здравствуйте, дорогі друзі. Волонтер – это доброволец, который занимается общественным полезным делом, ничего не требуя взамен. Сферы его деятельности могут быть весьма разнообразны, но волонтер всегда несет добро, надежду и любовь. Меня зовут Сулейман Андрей, я родился в Сирийской Арабской Республике. Моя мать украинка, отец курд. До 9 класса жил и учился в сирийской школе. Когда в стране начался вооруженный конфликт, мы с матерью и младшим братом были вынуждены покинуть страну и переехать в Лисичанск, Луганскую область, где проживали наши родные. Позже в Украину переехал и мой отец. С начала вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году отряды быстрого реагирования просто не проживали.
важливіше. Листи. Листи. Все, що зможе сама нести. Значить, дивись, що буде завтра. Завтра буде, знаєш що? Повний місяць 21.12. Візьми рушники, ікони, срібні ножі, дерев'яні розп'яття і золочені муляжі. Українці, вони починають зростати разом з нами. Ми ростемо, вони ростуть. Ясно, що ми пережили такі важкі і прекрасні часи. І переживаємо це зараз. Ми ніколи більше не побачимо наші міста. Візьми листи всі до останнього злого листа. Публіка теж переживає. Те, що відбувається в світі, в нашому світі, в світі війни, волонтери. І це вже такий обмін. Вони підтримують нас. Ми підтримуємо їх. Я дзвонила з бабушкою розмовляю. Каже, іду я по місту. І тут друг, ті пацанчики йдуть такі, непонятні, ні наші, ні місні, я ж всіх знаю. І каже, і повісили у нас на горсовєті, значить, ту портянку, говорить. Рижську портянку. Ну це ми так називаємо, цей флаг, типу, Донецької області, портянка, його говорить, називає. Повісили. Та каже, ми з моєю сусідкою думали піти і її як-то сорвати. Мені ж не страшно, хай вб'ють мене, щоб тільки країна моя була ціла. Нам з тобою не йти до наших нічних крамниць, нам з тобою не пити із наших сухих криниць, нам не бачити більше знайомих облич. Ми з тобою біженці, нам з тобою бігти крізь ніч. Всі запитують тільки це одне питання, не про розі Донбасу, розкажіть, чому так сталося, чи це про родство, чи що це? Звичайно, митець може щось пророкувати. Так вийшло, що зараз Донбас – це наша кривага, наше слабе місце, але в нашій пісні воно звучить так в міксі з українським фольклором, що й додає, напевно, якоїсь. Хоча ж це все-таки Україна. Каже, у нас всі люди за Україну. Це всі. Там каже, тільки оце парочку, що москалі в нас живуть, от хочуть. А ми ж всі, каже, підемо на референдум, напишемо, що ми проти. Ну вони ж все ж підпишуть другої, вони ж все ж поміняють, скотіни, нікому ж вірити. З тобою бігти вздовж соняшникових полів, нам тікати от псів, спати поміж волів, нам збирати воду в долоні, чекаючи у таборах, дратувати драконів на бойових прапорах. Це парад, який спалили за те, що вони дали набрати воду армії українській. І все сожгли просто, і вона через сльози до того там догорає. Зділа всій нашій житті було. Я твоя майка. В принципі, якщо взяти історію України, це було так завжди. Ми завжди всім були цікаві. Ми не були країною нападником, ми завжди захищалися. Це нормальні люди, просто пілі сидять вдома і уїхали вдома вже оттуда. А орки ходять, вони ж в своїх стріляють, кого попало. Друзі, не вернуться, ти не прийдеш назад. Не буде задимлених кухонь, не буде звичних посад. А буде розмазане сонце за плацкартним вікном, буде холерна яма залита вапном, криваве взуття на жіночих ногах, вимочені вартові в прикордонних степах, підстрелений листоноша із порожнім мішком, підвішений за ребро священників. Привіт, Львів, моє рідне місто. Мені здається, що зараз найважливіше відбувається на сході країни. І яким би не був сценарій, таким самим жорстоким і глупим, як і кримський, це наша земля, це наші люди, ми потрібні їм. І ми мусимо згуртуватися. І зробити все, що зможемо, не знаючи, війна – це наш шлях, оскільки можна посилати на смерть світ нації. Але я думаю, що наша духовна підтримка, наші культурні зв'язки з ними, той прихисток та тепло, яке ми можемо дати їм тут – це страшно важливо. Тише. Буде. Гамір комендатур, списки!
власне, на ґрунті українських жінок так розвивається. Тому така активність, тому ця Росія ніяк не відстане від нас, тому Європа така цікава, тому що всі хочуть українських жінок. Excellent. But it's different, you know. It's like that. But oh really? Well, it doesn't matter. We are going. It's enough. We are just going to make one. Yeah, perfect. Beautiful foot. Yeah, it's perfect. Сиреночки моей революции. Здесь все мягко. Такое, слушаем барабаны, все. Months ago, I felt in love with this country, and I wanted to bring my stone, my little piece of stone, to support the ideas of Maidan. To get out of the water, and the main part of the body is under the water, and they are caught in a really short moment. It's like the, you know, like just the time when everything goes out. Хлопці, дякуємо, що ви в нас є такі. Дівчатка, звідки ви? Ми називаємось Dag Daughters. Ми є такий колектив, що ми є з різних куточків України. Київ, Запоріжжя, Львів, Київ, Кривий Ріг. І ми всі разом Україна. Ну, мой папа коллекционирует Эйфелевые башни. У нас их дома очень много. Они разных размеров, с разных материалов. Они на картинах, на тюлях, они позолоченные бывают. Они... Их просто очень много, и это его вот, любимая вещь такая. Это одна из них. Самая... Нет, не самая большая, но одна из них. Папа, вот ему почему-то очень нравится Франция, очень нравится Париж, и я у него недавно спросила, а почему именно Эйфелевая башня, почему не какая-либо другая башня. Он мне сказал, что
люди, когда строили вот эту башню, она из металла, построить вот такое было очень сложно, и она очень красивая. Наверное, вот своей любовью к башне, к Парижу, ко Франции у меня появилась любовь тоже ко Франции, вообще ко всему миру. Мне очень хочется посмотреть, как живут люди, посмотреть, чем они дышат. Очень интересно. И вот папина мечта воплотилась в мою цель в жизни. Мне очень хочется воплотить ее в жизнь. Когда я вырасту, хочется повезти папу в Париж, исполнить его мечту, чтобы он увидел своими собственными глазами Эйфелеву башню. Но, как я уже сказала, я очень люблю путешествовать, но моя семья, так получилось, что мы очень редко куда-то путешествуем, выезжаем. И вот недавно было, тем летом, было такое путешествие. Оно было хорошее, оно было первое, но было вызвано очень страшными событиями в моей жизни. Все началось с того, как мы с мамой пошли домой. Ничего так не предвещало беды. Мы пошли домой, зашли в квартиру, и мы с мамой очень сильно поссорились. И из-за такой мелочи мне сейчас очень стыдно. У нас очень маленький коридор в квартире, и мама доходит до самой залы, тем самым разносит грязь, и меня это очень напрягало, и я злилась из-за этого. И вот тогда это был такой самый момент, я тогда на маму накричала, и мы поссорились. Так очень сильно, я не хотела с ней ни разговаривать, ни видеть, мы вот абсолютно. Потом буквально я разбулась, и секунды две, и произошел взрыв. Взрыв этот был самый, на тот момент, самый большой в Николаевке, самый сильный, первый, и которого никто не ожидал, никто не предвещал его. Самые страшные были, потому что люди очень испугались. Естественно, мы с мамой испугались, мама тем больше, потому что ей нужно из-за меня волноваться, и вот за ребенка. Мама сразу меня на пол посадила, мы упали, сели на пол. И я тогда увидела, что мама... Вот у нее моментально началась истерика. Истерика этот, вот я ее в таком состоянии еще никогда не видела. Истерика это была... У нее начали труситься руки, у нее сразу покраснели глаза. Это вот... На это было очень страшно смотреть. И мы сели, и она мне говорит... Она меня обняла и говорит: «Дочь, дочь, о Господи, она молится, крестится». И вот она меня дочь никогда не называла, абсолютно. Всегда по имени, а дочь это была один раз, и я, эту дочь я запомню навсегда, это точно. И мне, наверное, не хотелось бы, чтобы мама меня дальше так называла, потому что меня будет вот эта дочь ассоциироваться с вот этим нашим случаем. В общем, мама очень сильно испугалась, и мы открыли сразу дверь, и бежала соседка наша. Она с чего-то взяла, что бомбят, она бежит и кричит, говорит: «Бомбят именно наш дом». Ну, хотя это не странно, что она подумала, что бомбят именно наш дом, потому что все люди думают, что бомбят именно его, хотят попасть именно в него. И тут маму опять, у нее начинают тряситься руки, и мы не можем дозвониться папе, потому что связь моментально вся обрывается. И
вот был такой страх смерти, и вот он так был очень близко, и это было страшно очень. И я вот тогда я боялась очень за маму, чтобы с моей мамой все было хорошо, чтобы она не волновалась. Мне вот главное было, чтобы мама не волновалась, чтобы все было хорошо с мамой, чтобы вот не важно, что там дальше уже будет, я даже не хотела об этом думать, просто чтобы мама не плакала. Вот если с мамой все хорошо, и со мной все хорошо. Вот этот случай, наверное, запомню на всю жизнь. В тот момент мы еще не знали, но в тот момент моя мама была беременна. После таких событий папа вывез нас отсюда куда-нибудь подальше, потому что, возможно, узнал, да, что что-то будет плохое, но он не подавал виду, не говорил нам, и особенно маме и мне, конечно. И он нас вывез, и когда мы стояли на границе, не представляла, как мы будем с ним прощаться. А вот когда подошел этот момент прощаться, мы обнимаемся, а у мамы наворачиваются слезы, я смотрю на нее и понимаю, что папа сейчас возвращается на войну. Но, к счастью, все хорошо с папой, с моими родными. Мы вскоре с ним встретились. И вот та самая поездка, то самое первое мое путешествие, которое было в моей семье и со мной случилось, мы ехали домой. Мы ехали 3 дня на машине. Было абсолютно некомфортно, мы спали в машине. Но вот я тогда была счастлива, это точно, потому что мои все родные были в сборе, мой папа был со мной, моя мама была со мной, все было. И вот такое путешествие получилось такое, что мы, вот я бы не хотела, чтобы оно было, потому что лучше бы не было ни войны, ничего, и я бы никуда не поехала, и не надо мне никуда ехать. Лишь бы был мир, это самое главное. Но я очень рада, что... Я очень рада, что все-таки моя история, мое путешествие закончилось хорошо. И что жизнь в моей семье не только продолжается, но и начинается, потому что спустя там полгода у меня родилась сестричка.